Основная цель мероприятия – повышение уровня правовой культуры, формирование активной гражданской позиции у подростков. Избирательный лабиринт состоится в рамках краевого политического марафона «Время выбирать». В этот день команды 9-11 классов из 28 школ города сразятся в интеллектуальном соревновании на знание истории и основ избирательного права и Конституции Российской Федерации. Всего в игре примут участие более 170 школьников. В течение 3 раундов интеллектуальной игры участникам предстоит ответить на 30 вопросов. На обсуждение ответ каждого отводится 1 минута. Оценивать работу школьных команд будет компетентное жюри, в составе которого представители горизбиркома. Победители будут отмечены дипломами и ценными призами.